Конечно. Ага. Типа я тебя не вижу. Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Привет, Абай. Привет. Это я, Гульнара, и программа «Эквалайзер». Привет, Абай. Привет. О, ты как всегда за работой? Ну вот, пишем. Нет, стой еще раз, неправильно. Ой, я, наверное, так лучше сяду, я же так обычно сижу. А, ты уже зашла? Да, музыка – это моя основная работа. Музыкой занимаюсь я практически уже давно, с 13 лет уже как сочиняю, пишу музыку, аранжировки делаем. Я как и композитор, как аранжировщик, я всегда стараюсь слушать музыку как слушатель. То есть, чтобы слушателю понравилась моя музыка. Кто мой первый слушатель? Моя семья, конечно же. Потому что моя сестренка, она знает все мои песни наизусть. Она знает, какие песни сейчас я пишутся. Вот так вот. Родители знают. А потом уже не все сказано. Вот. Забудь все, что было между нами. Уже погасло то вспыхнувшее пламя. То есть нет, это переснять надо. Всем ходить, да. Давайте, можем, снимаем. С основания где-то 7-6 лет уже ушло на то, чтобы обустроить, построить всю вот эту студию. Давай, если соседям не мешаешь по ночам? Нет, знаешь, я студию хорошенько оборудовал таким образом, что практически соседей я не тревожу. Я могу в 12 ночи, в 3 ночи спокойно работать со спокойной громкостью. Спокойно работать с нормальной громкостью. У нас сейчас идет запись песни. На данный момент сейчас Аида поет в припевах, в куплетах. Мы сейчас записываем. Аида, ты можешь напеть пару строк из новой песни? Специально для нашей программы. Просто можешь спеть на... Ну, я же на А поет. Да, она пока на А поет. Так, стой. Абай, меня всегда интересовало, можно ли из моего голоса сделать такое звучание, которое можно слушать, которое будет не стыдно показать друзьям? Конечно, сейчас с нашим оборудованием это не проблема. Слышу голос из прекрасного далека. Музыка. Вот, получилось примерно вот так вот. Слушайте сами. От него нет звонка, и снова ночь без сна. А на дворе весна, а ты сидишь одна. Мне кажется, любовь давно уже ушла. И будет глупо тебе верить чудеса. Твои красивые глаза и на щеках слеза. Ты должна понять, из-за него так нельзя. Этот парень не оценит это все. Через полгода на пальце было бы кольцо. Но что-то между вами вдруг произошло. Начинали не раз нуля, но все не то. Но ты его ни в чем не вини. Просто прости, улыбнись и отпусти. Здесь я творю. Я с самых маленьких лет мечтал о студии. Мечта моя осуществилась. Все-таки по телеку же буду показывать.